сорт острого перца Хабанера нумексуава оранж. Этот перчик относится к виду Capsicum chinensis. Он был разработан Государственным университетом Нью-Мексико. Сорт идеален для тех, кому нравится вкус хабанера без экстремальной остроты. Этот перчик имеет минимальную остроту от 150 до 200 сковелей. Это слабо-слабо острый сорт перца. Срок созревания этого перца от 100 до 130 дней. Куст этого сорта имеет высоту от 50 до 90 сантиметров. Это высокоурожайный сорт. С одного кустика можно собрать от 80 до 100 стрючков. Вкус у этих плодов выраженный фруктовый, с цитрусовой ноткой и абрикосовым ароматом. Перцы созревают от зеленого цвета и до оранжевого. Ну, как обычный хабанера, такой же вид у него. Сорт высокоурожайный. Я говорил, кустики достигают от 50 до 90 сантиметров. У меня куст где-то в пределах 70 сантиметров в высоту. Этот сорт многолетник. Его можно выращивать как в открытом грунте, так в теплицах и дома на подоконнике. Сорт неприхотлив, он высокоурожайный и может давать очень большое количество плодов. Я советую такой сорт выращивать у себя дома на подоконниках. Сорт просто великолепный. Просто. Очень большое количество плодов у него. Вот уже были заморозки, уже начинают цветочки осыпаться, он листики кое-какие поприхватывало. Перец очень-очень вкусный. Так что советую попробовать вырастить такой перчик у себя дома.